Если тебе не хочется рендерить весь проект, но очень нужно просчитать только один кадр, например, это кадр с изменением скорости, спидрам, потому что если ты этого не сделаешь, у тебя он будет тормозить, не парься, жми Ctrl-R и просчитывай только один кадр. Не благодари. Это был быстрый совет, но видео сегодня не об этом. Сегодня расскажу про кейфрейм, ключевые кадры. Вообще, да, все знают про ключевые кадры, кейфрейм, все ими пользуются, но я считаю, что это очень огромная тема, большущая тема, большая тема, очень большая тема. С кейфреймами можно делать все. Ты можешь ключевыми кадрами анимировать титры, анимировать генераторы, анимировать какие-то эффекты, какие-то переходы. Кейфреймом ты можешь сделать наезд-отъезд камеры, можешь сужать каше, раздвигать каше, сдвигать каше. На самом деле ключевыми точками ты даже можешь сделать тот самый эффект, который стоит $40. Да, все это можно сделать без плагина и не тратя деньги. Конечно, немножко запарно, но если тебе интересно, я сделаю об этом отдельное видео. Уже не на пару минут, а побольше. Для начала немного теории, что такое кейфрейм или ключевая точка и как ее поставить. Кейфрейм — это точка на твоей таймлинии, конкретно на отрезке аудио или видео дорожки, которую ты ставишь для начала или конца движения, эффекта или какого-то перехода. Обычно на отрезке между кейфреймами что-то да происходит, какое-то движение, какое-то изменение. Это может быть все то, что я перечислил выше. Так, погнали! Анимируем титры при помощи кейфрейма. Смотри, как можно сделать титры, как у одного худого и очень известного блогера. Допустим, здесь я хочу поместить титр, что-то пишем. Александр Владивосток. Помещаем титр вот сюда. Выбираем название Танова. Делаем его побольше. Делаем его немножко почернее. И еще, по-моему, он использует outline. Например, такой. А у нас так не получится. Лучше они будут пускай белые. Outline будет черный. Делаем обводку побольше. Например, так. И обычно титр у него выезжает так быстро. С таким звуком. Делается это следующим образом. Для удобства сделаем наш экран поменьше. Не настолько меньше. Лучше настолько. Ставим скиммер в начало титра. Для того, чтобы мониторить наши ключевые точки, открываем наш титр. Здесь мы будем видеть отображение наших ключевых точек. Это очень удобно, пользуюсь этим. Нажимаем вот сюда, для того, чтобы трансформировать наш титр. И отодвигаем его за пределы кадра. Ставим ключевую точку. Ключевую точку можно поставить либо здесь, либо можно ее поставить вот в этом разделе. Я, если честно, самоучка, не знаю, как называются все эти разделы. Либо можно поставить ее вот здесь, в позишене. И еще заодно в скейле. Итак, ставим нашу ключевую точку. Сразу же видим, что образовалось такие две точки у нас в титре. Передвигаем скиммер на количество кадров, которое нам нужно. И вытягиваем титр вот сюда. Дальше передвигаем скиммер на то количество кадров, которое мы хотим, чтобы у нас оно засветилось. Например, да, сколько-то секунд. Открываем трансформ. Ставим еще одну ключевую точку. Задвигаем. Жмем дом. Жмем fit. Смотрим, что получилось. Круг, а вокруг... кроме вершин и... Вот это была анимация титров. Просто? Просто. Согласен. Кто-то уже умел. Если ты умел, листай, смотри тайм-код. Или не смотри тайм-код, смотри весь ролик целиком. Потом смотри тайм-код. Сейчас показываю вообще суперсекретную фичу. Например, что если я хочу, чтобы титр у меня вылетел, как-то интересно пролетел вот так, полетел сюда и уехал куда-нибудь сюда. Показываю. Ставится скиммер в начало, ставится ключевая точка, сдвигается на нужное нам количество кадров и ставим, вот здесь сейчас очень важно, ставим наш титр в конечную точку, куда он в конце приземлится. Окей, нажимаем down, смотрим. Вот так пролетает у нас титр, но мы хотим добиться другого результата. Видишь вот эту красную полоску, не знаю, как она называется правильно, подносишь курсор сюда, зажимаешь клавишу Option, появляется вот такая точка, то есть еще одна ключевая точка. Смотри, ты можешь ее как бы поднять, какую-то сделать волну, можешь добавить точку еще вот здесь и сделать такой же изгиб, амплитуду, можешь добавить здесь. И очень важно, видишь, вот эта полосочка, ты можешь изменить дугу наклона. И на самом деле с этим можно делать очень много всяких разных штук. Нажимаем down, fit, смотрим, что получилось. Вот так пролетает у нас титр. Но, как бы, ну, с титром, кажется, да, это довольно глупо. Но что, если у нас есть какой-нибудь интересный объект? Летающая тарелка. Все, вот тарелка у нас уже вылетает.
Далее с титрами можно сделать какой-нибудь Motion Cinematic Scale Up Tile, как в кино. Показываю, как это делается. Ставим скиммер в начало, выбираем Scale, ставим ключевой кадр здесь. Вот эти точки обозначают, что на всех этих позициях можно поставить ключевую точку Keyframe. Поставили ключевую точку, немного сдвинули и увеличили Scale. Так, ну в общем здесь понятно, да? Увеличивается. Понял, да? Генераторы. Анимирую генератор. Можно сделать вот такой отъезд, на который поместишь какой-то титр. Или сделать какую-то всплывающую плашку. Покажу, как это делается. Выбираем генератор. Здесь пишем custom. Нас интересует custom. Q. Скинуть его сюда. Нажимаем transform. Убираем генератор в самую левую часть. Я сейчас хочу, чтобы говорящий человек вместе с генератором сдвигался вправо и на генераторе появлялась, например, какая-то информация. Не очень удачно, потому что у нас человек сидит в крайнем левом углу. Лучше это делать, когда у тебя человек помещен строго посередине. Ставим скиммер в начало, ставим ключевую точку, отсчитываем 5 кадров, сдвигаем, например, вот настолько, раздвигаем генератор, видим наши ключевые точки, теперь раздвигаем вот этого паренька, Ctrl-V жмем, ставим скиммер в начало, ставим ключевую точку здесь. И теперь, чтобы нам количество кадров не отсчитывать, мы просто сдвигаем скиммер в аккурат на вторую ключевую точку на генераторе. Двигаясь за ключевую точку, ты видишь, что изменяются цифры. Это количество кадров. Теперь переходим к мужику. Ставим скиммер на начало движения генератора. Выбираем мужика. Ставим ключевую точку. Передвигаем скиммер на вторую ключевую точку генератора. Передвинули и сдвигаем нашего мужика ровно на по краю этого генератора. Нажимаем down, проверяем, что получилось. Вот он такой что-то рассказывает, раз, сдвинулось. Сюда же можно поместить какую-то информацию. Выберем любой тайтл. Вот такая фишка, которую можно сделать при помощи ключевых точек. Третья фишка – анимируем кроп. При помощи кейфреймов можно сделать такое вот каше. Ставим скиммер в начало, там, где мы хотим, чтобы у нас начало опускаться каше. То же самое ставим ключевые точки. Ставим ключевые точки на Tab и Button. Сдвигаем на нужное количество кадров и опускаем наше Real Cinematic Look каше. Смотрим, что получается. И вот тачка уже движется, как в кино. Вау. Четвертое применение ключевых точек – это анимация opacity. Opacity можно сделать двумя способами. Нажимаем Ctrl-V, то, чтобы развернуть. Вот здесь есть такая вот штучка, такая стрелочка вниз. Нажимаем ее и видим настройку opacity. Можно либо потянуть вправо вот этот бегунок. Еще также fade можно сделать, нажав ключевую точку, поставив, нажимаем option, нажимаем ключевую точку здесь и здесь, и левую часть опускаем. Таким образом мы тоже можем добиться opacity. Если честно, у меня такое ощущение, что вот такой способ фейда, он более плавный, что ли. Ну, то есть ты можешь его настроить, как тебе нужно. Можешь поставить здесь посередине, да, ключевую точку и опустить, и у тебя будет выход из тени вот такой, то есть еще плавнее. Opacity может нам пригодиться также, если мы хотим использовать какой-то эффект. Выбираем какой-нибудь кадр, например, где парень пьет шампанское на фоне Карибского вулкана. Gaussian Blur, скидываем его сюда, киммер на начало кадра, выбираем наш Gauss, Amount на 0, ставим ключевую точку, передвигаем скиммер и ставим amount на 100%. Плавно заблюрить, да? Это может пригодиться, если ты, например, хочешь использовать какой-то текст. Хоп, на заблюренном уже видно лучше. Ну, так делают, по крайней мере. И так сойдет! Пятый, мой любимый пункт. При помощи ключевых точек можно притрещить какой-то объект к какому-то объекту. Например, это также может быть какой-то текст, да? Допустим, хотим притречить название его инстаграма. Переходим в начало кадра, где он у нас только поднимает шампанское. Ставим титр сюда же. Ставим скиммер в начало, выбираем ключевую точку. Все будет делаться при помощи вот этой кнопки Transform. И кадр за кадром начинаем смещать наш текст
frame by frame, как говорится. Нам уже не нужно дожимать ключевую точку, не нужно постоянно жать сюда наверх. Мы просто смещаем клавишей вправо. Кропотливая работа, как бы, ну, такая, на терпешку чисто смотрим, что получилось. Ставим скиммер в начало. Ладно, и так сойдет. Ну, довольно колхозно, но как бы этого можно добиться результата, если потратить на это чуть-чуть побольше времени, чем сейчас я потратил. Шестое и последнее применение ключевых точек. Это мое любимое и самое частое использование ключевых точек. Движение камеры мы можем делать скейл. Отъезд, наезд, плавный какой-то отъезд. Я очень люблю применять плавный отъезд. Тем более, если кадр снят в 4К, как, например, этот, да, мы можем сделать очень плавный и интересный отъезд. Ставим скиммер в начало, делаем скейл, например, на 120%. Смещаем кадр немножко влево, ставим ключевую точку, сдвигаем скиммер вправо и меняем наш скейл и заодно и позишн. Вот что получилось. Отъезд камеры, да? То есть есть какое-то движение кадров. Не очень такой интересный пример. Можно добиться очень хороших результатов при этом. Показываю просто специфику, как это работает. Ну, естественно, для тех, кто не знает. Я надеюсь, тебе было интересно и полезно. Пиши в комментариях, если тебе пригодился мой урок. Если ты знал уже про ключевые точки что-то и знал, как ими работать, то напиши, как ты используешь ключевые точки в своем монтаже. Я думаю, что всем будет интересно, и мне самому интересно. А на этом все. С тобой прощаюсь. Пока!